На страже закона. В Сургуте чествуют полицейских. День сотрудников органов внутренних дел отмечают 10 ноября. Накануне даты личный состав поздравил руководитель городского УМВД Руслан Кондрашов. Он поблагодарил действующих офицеров и ветеранов за службу и поименно вспомнил тех, кто отдал жизни, выполняя свой долг. Не вернулся с дежурств и командировок 21 человек. И вот эта цепочка событий говорит нам о том, что жизнь и служба сотрудника, она опасна. Но принимая присягу, все осознают, что наша задача защищать жизни людей. Личному составу вручили очередные звания, знаки отличия и благодарности от окружного и городского управления внутренних дел, администрации и Думы Сургута. Ежедневно на службу в МВД выходят больше 1000 человек. Это следователи, эксперты, криминалисты, кинологи, дознаватели, участковые, сотрудники дорожной и патрульно-постовой служб и многие другие. Благодаря их работе в Сургуте отмечается снижение уровня преступности. Городское управление, одно из крупнейших в Югре, является лидером по раскрываемости. Мы с вами работаем, не покладая рук, вместе. Самое главное, что нашими помощниками становится большое, огромное количество наших горожан. И все как волонтеров, все благотворители и просто граждан, которые вот сегодня даже находятся здесь, которые, будем говорить, вступаются за своих родных, близких, знакомых и просто незнакомых людей. Тот порядок, та ответственность, дисциплина, самоотверженность и просто то, как вы жертвуете своей жизнью, наши горожане, которые отдали свою жизнь, говорит о том, что мы спокойны и уверены. Я уверена, что и впредь сургутская полиция будет примером для всех. Сургутяне будут жить в порядке, спокойствии и в тишине.